Так, всем привет, вы на канале Crypto Commons. Ну что, биткоин удержал у нас с вами этот уровень, $27 000 примерно, после желтой точки на сайфере и супер перепроданного RSI, как вы можете видеть. Вопрос в том, надолго ли удержал, и вот мы уже подходим к сетке EMA Ribbon, которую потенциально мы можем оттестировать как сопротивление и провалиться еще ниже в этом локальном даунтренде, да, поэтому все еще, я считаю, ребята, все еще локально для трейдеров важен уровень $25 000, который является предыдущим сопротивлением, и также по совместительству 0.38 фибой, как вы можете видеть. Ну, 25-100 примерно, вот. Кто говорит, что я неправильно натягиваю фибу, почитайте учебники. Я-то как раз правильно натягиваю фибу от лоя до хая, поскольку это коррекционная фиба от роста. Вот, так что смотрим. Вот эта зона, на мой взгляд, очень интересная. Если мы туда упадем, там надо докупать, на мой, опять же, взгляд, но можем упасть еще ниже, поэтому тут как бы надо смотреть. Но уже не факт, что мы туда упадем, на самом деле, потому что, в принципе, похоже, что мы отбились. Начинается воскресенье. По ТРД опять же, сильный уровень у нас удержала эта плита. И посмотрим. Я думаю, что если сейчас поглотит все это падение, то, в принципе, тогда и коррекция отменяется до каких-то, до более лучших времен. Вот, соответственно, посмотрите на Ripple. Кстати, Ripple 61,8 по FIBA сходил таки и отбился четко оттуда, от золотого кармана. Вот он долго стоял на 0.38. Помните, мы говорили, что он сходит и на 0.5, и на 0.61,8, скорее всего. Вот он туда сходил и отбился. Поэтому я продолжаю набирать лонги потихонечку, так, конечно, на свой страх и риск, потому что, опять же, вернувшись к биткоину, вот он стоит на 0.23 фиби. Как только что мы смотрели Ripple, понимаете? Он может тут постоять, постоять, а потом фигак и на 0.68 свалиться на $22 000, например, и потом только полететь. Вот, поэтому тут скорее, да, вот скорее Ripple уже, если говорить о том, что покупать. Но я с вами хотел поговорить о более глобальной штуке. Это о том, вообще начался ли у нас бычий рынок биткоина или нет. Потому что, конечно, выглядит все красиво, но многие ожидают, что это все фейк-ралли. Да, может быть, чуть выше, может быть, нет, но потом мы пойдем долго-долго в спячку еще. Или даже на новые лои перепишем. Многие ждут, что мы перепишем новые лои. О чем, кстати, свидетельствует опрос в нашей телеге и в ютубчике тоже. Как вы видите, меньшая часть народу ждет 30 тысяч, большая часть ждет 25, а кто-то говорит, что вообще ничего, биток это скам. Вот, и в ютубчике примерно то же самое. 2000 голосов. Тоже больше народу ждет ниже или уже их ликвиднуло. Вот, кстати, проголосуйте тоже, если вы еще этого не сделали. И большое спасибо всем тем, кто подписывается на наш канал и ставит лайк. Это помогает продвигать крипту в массы. Короче, хотел я с вами поговорить о том, начался ли в принципе бычий рынок. И листая Twitter, наткнулся на очень интересную, даже не знаю, как это сказать, статью или ветвь, или что это. Короче, чувак по имени Эндриан, он же CryptoBirb, запостил интересную штуку. Вот он говорит, что если вы думаете, что биткоин все еще в медвежьем рынке, то у меня для вас плохие новости. Вот 12 несомненных причин, которые снесут вам крышу перед тем, как вас ликвиднет. Короче, ну, естественно, риск-дисклеймер, ничего не гарантировано. Но, на самом деле, смотрите, что чувак пишет. Первое. Фокусируйтесь на фактах, а не на мнениях. Ну, это общая, но правильная вещь. Факты бесспорные, а мнения ошибочные в основном, большую часть времени. И дальше мы идем, смотрите, к какому интересному графику. Это график предвыборных годов в США. И как вы можете видеть, что был всего один лузер из 84 годов, а все остальное время рынки росли. То есть предвыборный год всегда был очень бычий. Поэтому быть медведем в 2023 году – это все, что ставить на минусовую погоду летом, как говорит Эндриан. Вот, это раз. Дальше он показывает, что 200-дневная трендовая линия биткоина – пошла наверх. И это бычий рынок, когда 200-дневка идет наверх, и это медвежий рынок, когда она идет вниз, не усложняя ничего. Вот, сейчас она пошла наверх. Следующий слайд. Психология биткоин-цикла. Ну, это все знают, да? И неверие, это просто фейкаут, потом надежда, оптимизм, all in, берем плечи, берем ламбу и все сливаем. Так вот, сейчас похоже, что мы где-то в стадии disbelief. У нас ведь было уже вот это плато. Понимаете, вот этот уровень, вот этот бейс, это был примерно 30 тысяч или 40. Вот мы провалились на 16. Паник уже был. Депрессия была. Вот сейчас мы начинаем отрастать, и никто не верит. Все как обычно, ребят. Уже третий цикл я на этом рынке вижу все то же самое. Ничего не поменялось. Вот. Ну и тут еще много всяких интересных вещей. На самом деле он пишет, почитайте сами. Ну вот, например, в завершении бонус, что за последние 12 лет апрель был самым бычьим месяцем для биткоина.
вместе с маем, они показывали очень бычий сезонный паттерн. Так что будем надеяться, что статистика в этот раз не подведет. Вот, поэтому, друзья, сейчас, конечно же, то время самое, когда нужно тариться в долгосрок. И не только трейдами, а на спот, на холодный. Заработали что-то на трейдах, вывели, купите на холодный кошелек себе, бросьте. Битка того же или там, не знаю, что, во что вы верите. Вот. Альты сейчас тоже надо покупать, они просели уже на 98%. И я, кстати, вам хочу напомнить, что на бирже Femex, на нашей любимой, продлили акцию с 0% на кросс-марджине, на холодном спотовом марджин-кошельке, где вы можете одалживать, продлили акцию с 0% с бесплатным плечом, грубо говоря. То есть, смотрите, можно одалживать не только биткоин и эфир, и USDT, но даже BNB, чтобы его зашортить к ядреням, можно одалживать под 0%. Они продлили это на неопределенный срок, но до уведомления. То есть, как только выйдет уведомление, мы увидим, что начнут жрать комиссию. А пока вот такие вот новости, и это очень круто, я считаю. Ссылка на биржу в описании. То есть, вы можете по факту просто зайти, вот одолжить под 0% все крипты и купить другой крипты. Да, но только важно понимать, ребят, что если вы одалживаете, допустим, если вы хотите взять эфир в лонг, то вы не должны одалживать эфир, потому что вы на этом не заработаете, вы будете должны отдать все равно эфир. Мы всегда одалживаем то, что продаем, запомните это. Поэтому в марджине мы всегда по определению шортим. Мы в первую очередь шортим то, к чему лонгуем. Поэтому если вы хотите к доллару, то вы здесь занимаете доллар, допустим, продаете, ну, по сути, да, и покупаете на него крипту, значит, вы продаете доллар, по факту, занятый вами. Вот, так что то, ваше плечо, то, что вам одолжила биржа, вы по-любому это должны продать и на это что-то купить, иначе вы не в сделке. Вот, так что да, но на мой взгляд, что толку-то доллар занимать, его и так можно на фьючах торговать к доллару. А вот BNB здесь занять или биткоин с 0% с целью, чтобы лонгануть альты к BNB или к биткоину, это, на мой взгляд, тема крутая. И я тут шортил уже BNB успешно, сейчас он чуть-чуть отскочит, я думаю, и я продолжу его успешно шортить к другим альтам. А также на бирже Femex сейчас идет супер крутая акция, они выпускают свой токен, и можно наминтить, подать заявку по ссылке из описания на Soul Pass, это их паспорт в Web 3.0. Короче, суть в том, что вот я уже наминтил, свой Soul Pass, вот он крутится. Вы можете сделать так же, ищите всю инфу по ссылкам в описании и минтите свои новые Femex токены. Вот, поэтому в сухом остатке, что тут можно сказать? Все выглядит очень красиво, по-бычьи. Да, мы видим коррекцию, да, мы вернулись на дно этого канала по биткоину, но в этом нет ничего абсолютно страшного. Да, мы можем даже подольше еще походить, но индикаторы говорят об обратном, о том, что мы уже вот или сейчас, или от 0.38 FIBA уже пойдем дальше в рост. Посмотрим, конечно, возможно, индикаторы развернутся еще. Но пока какой-то такой план. Всем спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк обязательно, ставьте стоп, ставьте тейк. Всем профитролей, удачи. И все ссылки нужные в описании. И до следующей встречи. Пока.